Родители детей-инвалидов теперь смогут получать денежную компенсацию, если решат обучать своих чад самостоятельно. Такое решение было принято Кабинетом министров Чувашской Республики в соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. До недавнего времени дети-инвалиды могли получать образование по трем формам: в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации программы «Доступная среда», дистанционным методом и посредством обучения на дому преподавателями школ. Теперь родители могут заниматься с детьми самостоятельно или наняв репетитора. За это они получают компенсацию. Она рассчитывается в зависимости от стоимости учебных часов в школе или детском саду и составляет в среднем 6 тысяч рублей в месяц. Затраты сверх нормативов не оплачиваются. Как ребенок будет проходить промежуточный аттестацию своих знаний, устанавливает сама образовательная организация, в которую зачислен ребенок-инвалид.